Так, я пришел на метро. Мне надо подождать, когда мое метро приедет. Сколько ждать мне его? Поезд приехал. Садитесь. Union City. Так. Присяду-ка я сюда. Поезд начинает ехать. Следующая станция Union 3. Так. Пока прилежитесь. Отдохните. Поезд начинает свою поездку. Так, мне надо посмотреть, что тут еще есть. Я в поисках дома сейчас. И мне надо найти новый дом. Итак, станция прибыла. О, моя станция. Неужели я сейчас выйду? А, отсюда выходить. Откуда выходить? Отсюда выходить. Да, точно. Пройдите проверку железа. Ноль обнаруженного железа. Большой моментальный X-ray. Рентген пройден. Так. Мне, значит, надо идти. Так. Какой же только дом мне выбрать? Этот нет. Он был плохим. Я слушаю собак. Лучше мне отсюда убежать, наверное. Потому что я тут собак что-то чувствую. Слышу, точнее. Сейчас попытаюсь я найти домик, в котором нам будет нужно будет жить. Так, я пришел сюда. Так, вроде бы этот. Так, сейчас. Вот этот дом, да? Вот этот дом. Да, кажется, этот дом. Или нет? Не, это, наверное, плохой дом. Не, я не туда пришел. Так. Это не тот дом. Там и туалет, и ванна должен быть. И комната побольше. Я с той отказался жить. С того дома. Сейчас попытаюсь найти другой. Более лучше. А, вот он. Вот я нашел его. Вроде бы этот. Да. Именно этот был. Я вспомнил. У меня квартира вроде бы должна, мне сказали, должна быть под номером 4. Вот она. Моя квартира новая. Теперь я тут буду жить. Теперь мне нужно будет тут обустроиться. А пока я прилягу тут спать. Это моя новая квартира. Не забудь подписаться на мой канал. И поставить на нем лайк. Потому что я снимаю контент про Гаррисмут. Не забывай подписываться. Пока.